Итак, всех приветствую на нашем канале. У нас очередное видео. Видео про хобби моей супруги. В предыдущих видео вы видели, что она у меня увлекается вышиванием. У нас сегодня на обзоре ее работа. Итак, открываем эту красотень. И у нас вот такая вот вышитая крестиком подушечка. Такая у нас шикарная подушечка. Полностью все, как говорится, ручная работа. Вышивалась на конве. Так. Вот такая у нас, как говорится, здесь вставочка с замочком. Так, другая сторона. У нас так вот все красивенько заделано. Повторяюсь еще раз, это полностью все вручную шито. Такая вот у нас нежненькая и очень красивенькая, симпатичная подушечка. Нитки дорогие, мулины, по-моему, если не ошибаюсь. Такая вот у нас тут маки, ромашки, украинские вложки. Вот. Вот такие вот у нас рукоделия. Так что надеюсь на вашу подписочку на наш канал. Вот. На ваши лайки, комментарии. Пишите, нравится вам, не нравится. Жена будет читать и интересовать. Если кому-то что-то понравилось, можете писать личку. Также вышиваем на заказ. Можете присылать свои картиночки. Под ваши картинки вышлем, построчим. Все делается на профессиональном уровне. Такая вот небольшая рекламка. Вот. Вот такая вот у нас работа. Вышитая. Вот. И радует глаз. Так что не забываем поставить лайкос, написать комментарий, что вы думаете, ваше мнение. Это нам очень важно, интересно. Так что будем на этом, в принципе, закругляться. Вы все видите сами. Все. На этом заканчиваем данный видео. До новых встреч. Всем пока.